Движение трамваев по мосту на Минаево полноценно запустят до конца этого года. Эта дата была озвучена во время осмотра главой нашего региона хода ремонта Минаевского моста. Все работы идут так, чтобы полностью не перекрывать движение по переправе. Это усложняет проведение работ, но снимает напряженность с дорог города. Сейчас Ульяновская область ждет изменений в федеральном бюджете и выделения дополнительного финансирования. Стоят задачи по ускорению темпов строительства. Эти вопросы мы обсуждали с министром транспорта Виталием Геннадьевичем во время его приезда к нам. Сейчас финансирование на этот год порядка 600 миллионов. Финансирование обеспечено и федеральной, и нашей региональной составляющей. Темпы стройки будут сейчас ускоряться. Мы должны сделать все, чтобы до середины 2025 года мост полностью был отремонтирован и было открыто полноценное движение. Сейчас ведутся работы по правому путепроводу, где смонтировано 9 балок. В правой части моста выполнили демонтаж тротуара. У нас к концу года будет полностью открыто движение, две полосы в сторону центра. Одну полосу мы пустим в обратную сторону Свияжья и приступим к работе по левой стороне. То есть левый путепровод полностью будет разобран целиком и будет идет реконструкция левого моста. То есть вся конструкция будет полностью в зимний период начата к переборке. Намечено, что к концу года кольцевая развязка будет полностью готова.